I'm alive. Всем привет! Сегодня я собралась с духом. Вот чувствую я себя не очень хорошо. Простите мне мой огромный нос, отекшее лицо. Началось все с Клима, и следом мы с Саней заболели. Он, бедный, еще на работе сегодня весь день. Вот. И завтра тоже работает. Так что ему еще сложнее даже, чем мне. Но все-таки я решила сегодня снять, потому что завтра не получится. А послезавтра уже будет не актуально, не интересно ни вам, ни мне. Так что тянуть с этим тоже нельзя. Пилотик хочет снимать со мной. Это, кстати, первая болталка моя с тех пор, как появился пилот. Я ни разу его на камеру так не показывала. Или показывала? Мне кажется, нет. Я этого не припоминаю. Ты мой хороший, ты так подрос. Я вам просто покажу вещи. Цену я говорить, наверное, не буду. Потому что все-таки не нравится мне, когда считают наши деньги, осуждают и так далее. Вот, делайте выводы сами. Начну с Климкиных вещей. Скорее всего, я очень много чего забуду, что-то лежит в стирке. Но основную массу я собрала сейчас в кучу. Вот такую забавную кофточку мы взяли. Это мы были на филиппинском рынке, где все безумно дешево. Она коротенькая, чисто летняя и смешная. Ему черный цвет очень идет, на мой взгляд. Вот такую кофточку мы взяли. Это тоже Климке идет, он сам ее выбрал. Вот такая кофта за сущие копейки. Вот, тоже типа пола. Мне нравятся такие. Так, вот еще. Он ее уже один раз надевал, но я тоже взяла. Вот, это в одном магазине брали. Вот такие джинсики мы взяли. Это Ошкош скини. Они прям в облипку ему. Но на поясе все равно пришлось затянуть очень сильно. Они нам настолько понравились, что мы даже взяли такие же, только на 3 года, на вырост. Когда нам что-то очень сильно нравится, и мне и сами хочется взять впрок. А, вот еще на вырост, на осень я взяла комбинезон. Очень удобная вещь, знаете, когда холодно, и поясница не оголяется, не открывается. Раньше меня выручали бодики, но сейчас он с них вырос, и на помощь приходят комбинезоны. Мы уже 2 сносили, они нам маленькие, и вот наш 3-й Ошкош комбинезон. Совсем все плохо. Неужели еще будет? Дальше вот такие шортики тоже Ошкош мы взяли. Нам пришлось их очень сильно затянуть. Они на 3 года. Но мы специально взяли на вырост. Все это было по распродаже. А вот такую пижамку, стандартные штанишки и вот такая кофточка. Это Картерс. Очень удобные пижамы, эти для дома. А еще Климу мы взяли вот такие кроксы. Все-таки я не удержалась, потому что они безумно удобно одеваются. Климу нравится. И Сашина мама вечно ругает, что вот опять купили обувь, неудобно одевать. Ну, в этот раз будет очень удобно и Климу, и маме. Вот такую кофточку я себе взяла за копейки на том же самом филиппинском рынке. Это для дома. Нет, это не она. Вот такого плана, типа пола, там же взяла. Главное, что все это хлопок. И вот. Эту я еще не носила и не стирала. Вот. Очень хорошие кофточки, маечки на этом филиппинском рынке. Главное, это не китайская синтетика, а именно филиппинский хлопок. Я не знаю, существует ли такое понятие. Там же я взяла вот эти вот штаны для дома, тоже хлопковые, они типа как пижама, ну я их буду носить дома, мне в штанах всегда удобно. И вот эти вот штаны я взяла там же, платок, вот. Очень классный, я уже последние 4 дня из них не вылажу, стираю и заново надеваю. Вот такую кофточку Чика мы еще взяли, Климу я в видео уже показывала. На замочке очень удобно, ветровка на сейчас, на вечер, даже на лето вечером надевать. Также купила себе очки. Очень довольна я очками. Я уже думала, может мне в очках сегодня лучше снимать, чтобы спрятать свои жуткие глаза. Очень хороший Ray-Ban. Это подделка, но очень хорошая, high quality. Не дешевая, я вам скажу.
Я не знаю, сколько стоит этот вино. Саня, мы еще 2 очков купили, но он не захотел, чтобы я его вещи показывала. Вот такие очки, Prada. Они очень крепкие и не кривые, что самое важное. Обычно, когда я мерила себе очки у нас в Алмате, даже дорогие подделки, они почему-то криво на мне сидели. И мне в последний раз продавец сказала: у вас просто нос неровный. Знаете, я уже начала сомневаться сама в себе, что может быть действительно неровный нос, но когда очки хорошие, то все в порядке. И с носом тоже. Я как-то говорила о том, что мои самые любимые духи Calvin Klein и Eternity, я их обожаю уже, наверное, сколько себя помню, наверное. Вот я ими пользуюсь и не хочу менять. Вот я купила себе 2 упаковку, эти уже заканчиваются. Вот такие штаны взяла. Это джеггинсы фирмы M&S. Кстати, очень хорошая фирма. Мы сами много шорт взяли с этой фирмы. Я Климки-пижамки брала как-то. У нас в Алмате тоже есть отдел. Но там не такой выбор взрослых вещей. Очень хорошая. M&S. Да, еще хочу похвастаться браслетом, который мы купили в самый последний момент, когда улетали в аэропорту. Вот. Это моя гордость. Это золото. А еще мы на базаре купили вот такой вот. Он очень-очень нежный, аккуратный. Его почти не видно на руке. Это жемчуг и золото, и не знаю что, в общем, основа золота. Из косметики я взяла себе вот такую палетку. У нас таких нет однозначно, если есть, то в 2 раза дороже. Я ей крашусь. Хотя я тени не очень люблю, но эту палетку я полюбила. Мои любимые стали эти тени. Эту сторону я даже не пробовала. Я экспериментирую, как обычно, до сих пор считаю, что тени мне не идут. О, вот это вот классная штука. Я взяла себе для жирной кожи тональный крем. Он не подошел под тон моей кожи на редкость. А это основа под тональный крем. Она выравнивает цвет лица, не дает коже жирниться. Oil Control написано. Вот, очень классная штука. После нее прям кожа такая бархатная и приятно наносить тональный крем. У тех, у кого жирная кожа, я очень советую. Эти 2 средства именно в паре использовать. Супер эффект. У нас даже на сайтах, которые привозят косметику из Америки, я не видела эти 2 средства. Вот еще, чему я очень рада, я взяла такие носки. Знаете, вечную проблему всех женщин — распределять носки. Я ненавижу это занятие, потому что очень сложно собрать их по паре, когда они все одного цвета. А с этими носками проблема отпадает. Это та же самая фирма M&S. И, кстати, мы нашли первый раз в жизни Санин размер 47. Представляете? Он носит всегда 44 размер носков, и поэтому они у него просто сгорают. Ему носков хватает на неделю. А этих, я думаю, ему на дольше хватит. То есть сверху они полностью черный, а здесь красный. Ура! Я буду стирать и не буду париться. И себе я взяла такие же вот. Ну, то есть их очень-очень много, я несколько пачек взяла. Просто достала несколько, чтобы вам показать. Вот этот вот чемодан мы взяли для климатиков. Там в наборе еще рюкзак. Не знаю, насколько он практичен и как часто мы будем все это использовать. Дай бог нам еще выдастся возможность куда-нибудь съездить с этим чемоданчиком до того, как Клим вырастет. Еще наша большая покупка — это вот камера. Мы ей очень довольны, она снимает под водой, при минусовой температуре. Даже если вы ее уроните, ей ничего не будет, якобы. Мне понравилось качество видео. Это Panasonic Lumix. Еще мы взяли вот такой вот большой чемодан. Ну, обычный большой чемодан черный. Вот он полный игрушек. Мы спрятали от Клима новые игрушки, чтобы порционно ему выдавать. На том же филиппинском рынке я взяла себе вот такие супер удобные кроссовки. Я от них в восторге. Не знаю, насколько они практичны. Говорят, их можно стирать в стиральной машинке. Не знаю, сколько стирок они выдержат, но они очень удобные, на ноге вообще не ощущаются. Еще вот в обычном супермаркете на распродаже я взяла вот такую обувь. Мне кажется, очень удобная. Так как я не могу носить подобную обувь на голую ногу, мне всегда нужен носок, я нашла для себя альтернативу. Вот такие вот носочки. Они классные, нереальные. Вот такие белые, они незаметные на ноге, как будто, но как будто бы вы в носках. Они все хлопковые,
Я не знаю, может, у нас такие тоже продаются, но я не встречала и поэтому набрала много на филиппинском рынке, том же самом. Стоят они 5 дирхам один. Также я себе взяла кроксы. Не знаю, насколько женственно я буду в них выглядеть, но в последнее время для меня удобство почти что на первом месте. Их можно мочить, что для меня очень важно. Вечно поедешь на тот же самый Копчегай, в бассейн куда-то. И проблема в том, что намочишь, расклеится, как меня мама всегда в детстве ругала. Ну и из остатков вот такая сумка. Мы с Аней взяли Burberry. Она кожаная, прям пахнет кожей. Сейчас я не чувствую, но я помню, что она пахла кожей. Вот здесь вот даже заметно, что это настоящий. Вот такой рюкзак я себе взяла. Мне он безумно нравится. Это фирма Mulberry. Очень крутая. Мне, я о ней не знала, но все сумки, оказывается, у них очень хорошие. Это тоже настоящая кожа, но не оригинал. Вот, сумка не дешевая. Даже сейчас чувствую, как она пахнет кожей. Я обожаю кожаные сумки. Тот же Mulberry, вот такая сумочка. Я в последнее время люблю только рюкзаки или сумки через плечо, кстати. Как ее надеть через плечо-то? Так оно маловато. Четыре раз. Что-то так носить, что ли? Ну, в общем, она мне так понравилась, что я не глядя взяла. А здесь замок не очень удобный. Не самая удачная покупка, но сумка очень красивая и тоже настоящая кожа. Это подделка, но высококачественная. То есть они нам сказали, что если вы поставите рядом оригинал, то ничем не отличается оригинал от этой вот хорошей подделки. На сегодня все. Надеюсь, вам понравились наши покупки. Не разочаровались вы. Так долго многие ждали, когда я покажу. Если я что-то забыла, в процессе обязательно покажу вам в наших ежедневных блогах. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк. Если нет, не стесняйтесь, ставьте дизлайк. Всем пока-пока!